Подожди, я что-то стремаюсь. Да ты не ссы! О, блядь! Глубоко ушел. Рыба какая-то. Мы вышли из Доминиканской Республики, прошли между Доминиканой и Пуэрто-Рико по проливу Ламона. И после этого довольно долго лавировали. Нас относило то к Флориде, то в Атлантику. Было время, когда мы даже, поймав ветер, хотели пойти на Азоры. Это вот примерно так. Вот здесь находятся Азорские острова, и мы хотели пойти напрямую. Но, к сожалению, ветер изменился, нам пришлось уходить в лавировку, что на катамаране крайне неудобно. Потом мы включили двигатели. И вот теперь приближаемся к Бермудам, куда, в принципе, заходить не хотели, но похоже, что придется, потому что нужно заправиться топливом, водой. У нас течет лодка, у нас вода в одном из поплавков, и у нас совершенно не работает рация, к сожалению. Прошел. Вода есть, но непонятно. Сейчас пока не могу, надо панели снимать, смотреть, откуда поступает вода. Как его? Огни, когда вы выключите, а то у нас мачта выключит. Смотри, следующий раз.